Вчерашний вечер в Тюмени отметился молнией и грозовыми раскатами. Чего ждать от завтрашнего дня, узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, в студии Анастасия Щербакова. Информация предоставлена Центром ФОБОС. В среду влияние ненастного циклона ослабеет, и за погоду в регионе возьмется антициклон. Поэтому атмосферное давление подрастет, а вероятность осадков сократится. Так что впереди довольно приятный солнечный апрельский день с температурой, соответствующей своей климатической норме. Завтра в Тобольске переменная облачность, ночью около 0, после полудня кратковременный дождь и плюс 10-12. Высшими облака, вот осадков не ожидается, в ночные часы 2-4 градуса, днем потеплеет до плюс 14. В Заводоуковске переменная облачность и без существенных осадков, ночью до плюс 4, днем 13-15, выше 0. В Ялуторовске переменная облачность, обойдется без осадков, темное время суток плюс 2-4 градуса, светлое 13-15 тепла. В Тюмени то облака, то солнце и без существенных осадков. Под утро прохладно, до плюс 4. Днем воздух прогреется до 14 градусов. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное.